Многие думают, что волки воют на Луну, но это не так. Волки поднимают морду вверх совсем не для того, чтобы лучше увидеть ночное небо, а потому что в таком положении звук, издаваемый животным, равномерно распространяется во все стороны, и стая легко может определить, где находится ее собрат. Волки особенно активны ночью, поэтому и воют обычно в это время суток. Эти хищники отлично видят в темноте. Но когда светит луна и лес хорошо освещен, волкам охотиться проще. К тому же лунные ночи обычно бывают безветренными, и вой слышен гораздо лучше. На самом деле волки воют не только ночью, но и днем. Так они общаются между собой. В их голосе много различных звуков, тембров и мелодий. Все они обозначают разные сообщения. С помощью воя волки могут управлять стаей, сообщать о добыче, обозначать границы своей территории и предупреждать собратьев об опасности. Кроме того, таким образом волки зовут к себе волчиц. А еще они могут выть просто от голода.